Заехал к брату. Сейчас поедем на поиски металлолома. А вот Лёша. Вот заехали рядом с дорогой. Вот. Такой лесок. Вот такая находочка у Лёши. Вот такая гильза. 45-ки вроде бы. Да, хорошая. Вот, латунь. Видишь, в роще отошел. Ну, я же говорю, в роще здесь она. И вот снаряд. Полуразорванный. Вот кусочек медного пояска еще остался. Вот такая находка. Пока в основном вот такая вот вязальная проволока идет. Леша где-то там на бугорке копает. Пока не знаю, что у него. Пока что вот такой скромный результат. Попалась еще гильза. Но это стальная. Помочь? Вот такая гильза попалась. Фокусируйся. Короче, вот все, что у нас получилось с этого копа. Металл.